В столице Туниса проходит международная инвестиционная конференция «Тунис-2020», на которой рассматривается более 140 инвестиционных проектов в различных сферах экономики на сумму, превышающую 30 миллиардов долларов. На открытии конференции, в которой принимает участие более 2000 представителей 40 стран, выступил президент Туниса. Тунис может предложить передовую инфраструктуру, конкурентоспособную и открытую экономику, интегрированную в глобальный рынок. Все это может сделать нашу страну привлекательной для инвесторов и для экспорта на рынки мира. Франция заявила о намерении в ближайшие 4 года инвестировать в Тунис около 1 миллиард евро. Саудовская Аравия готова предоставить Тунису финансовую помощь в размере 800 миллионов долларов.